все же состоится. Забит, по его словам, отличный боец с большим будущим в UFC. Яэр говорит, что ему не важно, как будет проходить бой. Обычно так говорят, когда в себя не верят. Следовательно, делаем вывод, что Яэр мог сломаться еще до боя. Списал себя со счетов. Он говорит, что главное для него, чтобы люди увидели зрелищный поединок, а все остальное для него неинтересно. Они оба молодые и талантливые бойцы, так что в зрелищности матча у меня нет сомнений. А вот насчет победителя вопрос. Забит или Яэр? Кто, по-вашему, сильнее? Менеджер Хабиба считает деньги другого бойца, и это Конор Макгрегор. Али Абдул-Азиз гарантирует гангстерское обращение с Конором и деньги, которые он получит после взбучки от Нурмагомедова. Другими словами, Конора обещают избить, но за это еще щедро заплатят. Откуда взяться деньгам, не секрет. Бой Хабиба и Конора обещает собрать рекордное число платных трансляций, поединок раскручен, и фанаты готовы нести деньги в кассу. Осталось только официально утвердить бой. Абдул-Азиз скандальный менеджер, и он это снова подтверждает. Он говорит, что у Макгрегора кончились деньги, и только поэтому ирландец согласился на бой с Хабибом. У Конора закончились деньги, это вряд ли. Он давно уже себя показал как хороший бизнесмен. Крупные бренды с рекламными контрактами точно не дадут опустить кошельку Конора, а бой с Мейвезером принес ему 100 миллионов. Так что в ближайшие 100 лет ирландцу будет хорошо. Бой Холлоуэя с Ортегой сравнивают с поединком Конора и Альдо. Не случайно, потому что здесь встретятся два сильнейших бойца в весе 65,7 килограмма, что красит поединок, оба на пике своей карьеры. Ортега попытается отобрать титул у Холлоуэя, на кону пояс в полулегком весе, а для Макса это уже вторая защита титула. Что может быть лучше, когда один хочет сохранить титул, второй хочет его забрать? Оба парня заслуживают уважения, и это тот самый случай, когда не знаешь, за кого болеть. 7 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе будет жарко. С вами был канал Андрей Антонов ММА. Самые лучшие новости здесь. Подписывайтесь, кто еще не подписался, ставьте колокольчик, чтобы смотреть меня первым. А на этом все. Встретимся завтра. Пока.